Всем привет! С вами канал Отдыха и Путешествий. Расскажу вам об Измире. Мы отдыхали в Бодруме, самостоятельно ездили в Измир на комфортабельном автобусе с кондиционером. В турецком автобусе очень хорошо. Воду, кофе, шоколадку и печеньку дают на протяжении всей поездки. Не то, что в туристическом автобусе тебе за доллар продают воду и за 2 доллара пива. Еще он весь разбитый и разломанный. Вот дорога из Бодрума в Измир легкая, не изматывающая. В Измире гуляли по набережной. Потом пошли в сторону горы. У подножья горы интересные развалины, раскопки. Вот фотографии прилагаются. Поднялись пешком на гору, хотя оказалось, можно было подъехать на автобусе. На горе развалины бывшей крепости и шикарный вид на Измир. Потом мы гуляли в парке, парк тенистый, зеленый. Есть водные развлечения, качели, карусели для детей, небольшой зоопарк. 6D или 7D, как там у турков называется. Вот, фильмы интересные такие. Все хвалят магазины Измира, но мы, к сожалению, в магазинах не были, ничего сказать не могу. Итак, если видео было вам полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!